Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и мы находимся в игре Gold Rush The Game. Но нет, это не третий сезон, третьего сезона в игре пока нет, а здесь вышло обновление 1.3.8.200, как-то так оно называется, и тут добавили большую водяную помпу, электрическую водяную помпу. Большую электрическую водяную помпу. Это, видимо, три разных помпы. А помимо этого, изменили скорость вот этих шейкеров. Чем выше они по тиру, тем они медленнее, как ни странно. А помимо этого, что-то намутили вот с теми решетками. Что-то там надо, чтобы снять их, отключать водяной поток. Что-то как-то странно как-то все это там. Не с этими, а вот с теми, которые вот за трубой, которые... под которыми коврики лежат. Вот. Помимо этого, уменьшили количество золота в очередной раз и изменили перераспределение золота по участкам. Кроме этого, сделали возможность изменять внешний вид, ну, как кастомизировать, короче, транспорт свой. Пока не знаю как, я пока не искал. Так, это спать. Нет, а где наша палатка-то? А, вон он. Вот. Добавили некую маленькую лопатку. Совочку такой. Тоже вот. Непонятная штука. Какой-то он имеет отношение к решеткам к тем. Так, давайте в палатку сходим. В палатке трофеи с первого сезона. А, это вот. 425 унций, это трофей первого сезона. Вот она. Сколько я там добыл. Gold Rush The Game. По плакату тоже не было. Так, больше тут ничего из трофеев нету. Рюкзачок, да? Тарелочка, ничего. А что изменилось в компе? Нужно за 10 тысяч разлучить можно. Давайте разлучим. Вот, оповещение. Пока ничего про это было не написано, вроде как не работает. Это магазин с оборудованием, магазин с машинами. Но я за 40 тысяч, я не буду сейчас это разлучивать. То есть можно онлайн теперь заказывать оборудование и машины. Но ну бы их нафиг, потому что у меня 200 тысяч вообще. Не-не-не, жаба душит, жаба. Давайте мы до магазина доедем на нашем джипе. И посмотрим, что там, собственно, есть. Так, про некий нугератор я, по-моему, говорил, да? Который ускоряет промывку ковриков. Странная вещь, поэтому мы сейчас давайте съездим и посмотрим. Так, отцеплено. Бочка, кто к нему уезжает? Так, это мы выгружаем нафиг. Тут опять индейцы рылись, как видите. Все вывалено. Так, ну мне вроде ничего не надо, у меня вроде все есть. Я же все включал. Мы сгоняем и посмотрим, что там такое, что там за большая водяная помпа. Большая помпа и так далее. Погнали. Надеюсь, я еще не забыл дорогу. Стоять. О, как все плохо-то. Выбирайся отсюда. Вот его понесло-то по этим коврикам так. Ну ладно, вроде ничего не снес. Но это было, конечно, жуть. Интересно, это продажная площадка такая? Нет. А, это площадка доставки. На нее доставляются купленные онлайн. Так, погнали. Бум. Ну просто 40 тысяч за эту онлайн доставку, ну нафиг. Причем 40 тысяч это только за то, чтобы разлочить. Я думаю, доставочка-то денег стоит. Так. Ползем. Про поломки ничего не написано. Поломки, скорее всего, не вводили. Вот этот совочек. Я немножко этот пункт в обнове не понял по поводу этого совочка на четверке какой-то.
он какое-то отношение имеет к этим проблемам с решетками. Но вот что там с ними не так? Там то ли камни на них падают, то что-то такое. Что-то какая с ними новая заморочка. И вот этим совочком как-то можно что-то там освобождать. Что имели в виду, непонятно. Так. Странное ощущение такое, что у машины мотор не работал сейчас. Как-то она в тишине ехала. Стоим. Врезаемся. И, в общем, забавно, что карты обнулились золотых вот этих полей. То есть, кто что где насканил, видимо, теперь по новой сканить. Так, ну что, быстро мы доехали. Ой, там это... Прилетели инопланетяне и все, разбомбили город. Игра, только ты нет, не вымри. Ну... Одновременно, смотрите, загружает и сохраняет. Вот многостаночная игра какая. По-моему, они новых багов добавили. Еще крашнется нафиг. Сохранилось. Но загрузочка еще идет. Давайте подождем. Потому что туда ехать сейчас по текстуру провалюсь нафиг и все. Блин, игра. Что с тобой не так? Ну... Грузится. Обалдеть. Ну, новая обнова, новые баги. Что тут скажешь. Так, вот я вижу слева текстурки на этом, на бетонном кубе загрузились. Я думаю, уже близок тот момент, когда город загрузится. Дымок из трубы так. Вот мне интересно, обнуление этих раскопок, это что, все карьеры, вот это что, ямы выкопаны были, то опять засыпано по новой, можно заново копать, так что ли? Слушай, чума какая, а? Давайте подъедем, посмотрим, что там. Такое. Обрыв, заполненный туманом. Не, ну я могу туда проехать, мне не жалко. Я просто не знаю, куда я еду. Ну, такая дорога. А, карта-то не загрузилась. То есть, вот все, я приехал. Слушайте, это жуть какая-то. Так, все, мышь не работает. Я не знаю, что делать. Перезайти, может, она вроде там сохранялась недавно. Перезайти и заплатить 40 тысяч за онлайн-магазин, потому что в город попасть невозможно, да? О, слава. Не знаю, чему, но чему-то слава. Так, а давайте мотанемся на прииск Арнольда и посмотрим, там мой карьер завалил или нет. Если там все выровнялось, то да, прииски обнулились вообще полностью. Правда, непонятно, что там произошло у тех, у кого там техника внизу стояла. Но. Так, а карту прииска я без той машины не посмотрю, наверное. Нет, посмотрю. Она же сохраняется, карта. Оооо. Слушайте, что-то с картой с загрузкой произошло, конечно. Такого не было. Ждем. Это у нас кусок карты со старым Арнольдом грузится. То есть они, может, карту переработали, не знаю, она сейчас загружает ее заново. Ну, ждем, что поделать. О, есть. Полетели.
Не, так по виду место не изменилось. Вообще такая долгая загрузка кусков карты, непонятно. Блин, тут мои следы даже остались еще. Вот чума-то. Ладно, летим. Нет, 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 все осталось. Так, смотрим по карте тогда. Да, карта золота, допустим. Но нет, карта осталась. А что они тогда ресеттили? Непонятно. Ну, что, может быть, правда, все это опять вступит в силу после того, как в гостинице поспишь. Как вариант. Бум. Поехали, поехали. А, но мне что-то как-то не хочется опять с нуля начинать, даже если эта штука работает. Но предупреждения при входе в игру не было, что чтобы начать там сезон, поспите в гостинице, ну, как тогда было. Ничего такого не было. Это я просто в почтноутах прочитал. Про сброс мест раскопок. Про перераспределение золота. Ну что я пока не вижу, что оно перераспределилось. По крайней мере, у старого Арнольда карта какая была, такая осталась. У меня вот тоже нормально теперь грузится. Видимо, первая загрузка какая-то долгая. А потом более-менее. Еще добавили возможность управлять копанием на экскаваторе мышкой. Но предыдущие... Так, давайте посмотрим, что тут. Но тут вроде ничего не изменилось. Все как было. Большой генератор. А, большая помпа. Угу. Барабанная сита Арнольда. А где у нас большая помпа? Она же тут должна быть. Да? Возможно, правда, это большая... А, ну не настолько она большая, видимо. Я думал, как генератор может. Так, стоим. Не, похоже, большая помпа в том магазине продается. Ну, сейчас поедем пощупаем там. Прерывистое рычание машин, то слышно, то не слышно. Что-то у них со звуком. Вот оно. Вот. Даже три. Так, это что? Это у нас промыватор самородков. Ух ты ж. Слушайте, интересная какая штука. Если не хочешь брать другое ведро, полное воды для прочистки промывочного мха, промывочного коврика, то купи промыватор самородков, чисти несколько одновременно. Полная очистка без нужды менять ведра. Слушайте, круто. Беру. Так. Большой электрический водяной насос. Большой водяной насос. Бензиновый видно. А вот теперь, теперь появился смысл брать генератор. Большой. Ой, а это что такое? А, нет, померещи. Вот это шланг. Водяной шланг огромный. Вот это, да. Это вот к этому. Сейчас сколько у него выходов-то? Не, мне еще интересно, с чего он работает. Он, ну, это, видимо, бензиновый, потому что тут электрический. А этот, видимо, бензиновый. Электрический. А что у меня там со свободными разъемами на генераторах? Не помню.
8000, 13. Давайте вот этот возьмем. Так, и да, огромный шланг. А, это для огромного шланга, огромный разъем шланга. Это для него. Потому шланг огромный. Обалдеть. Так, вроде у нас речка недалеко, поэтому одного шланга хватит. Так. А что, фильтр тоже огромный? Да нет, вроде нет. Давайте один возьмем. И посмотрим там. Стоять. Посмотрим там на полке, может там. Нет, ну вообще просто. Нет слов. Во, какая штука. Разделитель воды огромный. О-о-о. Так. Ну, вот это не знаю, а вот еще один шланг я точно закажу. Так, что еще пропустил? Вроде ничего больше, да? Ой, это что такое? А, не, ничего. Маленький электрический водяной насос. Маленький электрический. Вот, еще какая штука появилась. Он генератор подключается, то есть не надо его заправлять. Все, все будет шуршать генератор, а это будет качать. Даже забавно. Ладненько. Пробейте мне. Так, что у нас? Два огромных водяных шланга, большой водяной насос один. Промыватор. На 3-4 тысячи, да, набрал. Разделитель воды огромный. Берем. Так, ну тут понятное дело, что вот. Ой, елки. Совой. Вот куда совочек-то. Да, наверное. Видите, она на ней висит. Ай ты стой. Собака страшная. Все. Я пришел. Я застрял. Все здесь столбик, чтобы провалиться куда. Так. Так что, возможно, не такая плохая идея заказывать через ноутбук все. По крайней мере, вот тут не плясать этим всем. Давай. Все равно никуда не денешься. Так, вот тут, конечно, да, такая. Ух, на 4 шланга. На 4 займем еще больших шланга. А с больших еще маленькие. Вот как-то так. Погнали. Ну, вроде не бултыхается. Да, это с топливом насос. Ну, потом посмотрим. Возможно, я теперь дать. Возможно, я теперь поведусь на большой генератор. Теперь есть смысл. Так, есть. Попадаем. Ну что ж, а опять я выключил. Поехали пробовать. Ну, пробовать может быть не в этой серии, потому что, ну, только все купили, серия длинная получится. Пробовать, наверное, в следующей. В этой только привезем, потому что нужно тогда в коврике натрясти золото, чтобы проверить промыватор. Промыватор. Да. Так, звук опять ушел. Прощай, звук. Ну, шланги, конечно. Мне кажется, у него входной насос обычный. А, нет, вон in-out я вижу. Ну, может, фильтр у нее обычный, потому что, ну, вот огромный синий шланг, он же из ручья как-то воду тянуть должен через фильтр. Ну, по крайней мере, на маленьком насосе фильтр есть. Так, опять грузимся.
Ну, интересно, интересно. Разрабы игру не забросили. Они то всякие прикольности делают. Как я вот буквально, наверное, в предыдущей серии говорил, что игре не хватает большого насоса. Есть большой генератор, нет большого насоса. Поэтому большой генератор не шибко нужен. Вот, пожалуйста, есть. Ай! Мало то есть большой насос, есть большой электрический насос. Есть мало электрический насос. Все сделали. Все как должно быть. Красота. Ну а то, что такое? Стоит куча этих мелких. Так, грузится. Стоит куча мелких насосов и вот прыгающихся заводишь. Вот, одну включил и вперед. Все заработало. Так что да, сейчас пока не буду. Сейчас попробуем пока так. А потом я куплю все-таки, видимо, большой генератор. И уже от него все это на электрику запитаю. Большой электрический насос поставлю. И уже будет централизовано. Включил генератор. И все на прииске завелось. Ну, я думаю, электрический сам включается. Когда у него подается энергия, он сам врубается. Так. Приехали. Занесло. Ну ладно, сейчас прокрадемся тут. Ну ладно, ну не буксуй ты. Буксуют. Ну. Не надо делать вид, что застреваешь. Не, можно полный привод, конечно, включить. Ну тут дорожка, конечно, такая. По руслу ручья явно. Я не посмотрел, какие провода к этой штуке нужны. Мне же подключать надо будет ее, да. Возможно, придется еще раз прокатиться. Ну или выложить бабла за этот, ну, за онлайновую покупку. Так, крадемся. Ну не очень далеко вот тут где-нибудь встанем. Так. Ну что ж, а на этой интригующей минуте мы, пожалуй, закончим. Благо там сохраняшка пошла. А, старт-стоп у него свои есть. Ага. In. Out. Ох, какое. А, вещь. Ну да. По гигантскому входит, по гигантскому выходит. Что там у гигантского с насосом, с насосом, с фильтром, непонятно. Ну что ж, а на этом все. Всего хорошего и до новых встреч.